такой дом, друзья, в Сунивейле. Идем смотреть. Он обнесен таким забором, вот шершавым. И мы забарковались с той стороны этого забора. Света говорит, наверное, у него стены все стеклянные, поэтому ему нужен такой забор. Вот, действительно, вот справа эта стена, слева мы видим... Свет, зайди туда в дом, а я пока зонтиком пройдусь. Зонтиком зайти в дом. Зонтиком. Ну, ты, зонтик тебе в доме же не нужен. Вот. А я с зонтиком, чтобы мне в камеру не набрызгало. Так. Высокий дом, кстати, такой он. Определенной высоты. Это не то, что там мелочевка какая-то. Так. Ага. Вот так мы со стороны наблюдаем. Вот видите, как тут дождиком-то фигачит. Ну да, конечно, нужна стена где-то. Если не в доме, то снаружи. Так. Ну и вот, собственно, он там уперся в какую-то еще стену, вы видите. Качельки, кипарисы. В общем, такое хозяйство. Пойдем зайдем в сам дом. Начали вот не прямо от входа, а вот из одной из спаленок, видите, тут с видом на детскую площадку. Значит, вот у нас бедрум такой. Это, наверное, мастер. Слушай, это мастер бедрум. У нас да, тут... это мастер, вот маленький очень. У нас тут и туалет, и душ. 4,5 сотки. Вот. А дом? Какой? Что мы знаем про дом? Три бедрума? Три бедрума, два бассейна, 1540 сверхфутов. Значит, где-то 1140 квадратных метров примерно. Хотят 1 400 000. Хотят 1 400 000. И говорят, что они никогда ничего в доме не меняли, хотя видно, что пол тут перестеленный. Нет, имеется в виду, не меняли флорплан. Флорплан не меняли, да. То есть они так стенки не двигали, грубо говоря, так. Так, вот такая спаленка. Ну, просто кроватка небольшая, и ощущение, что здесь просторно. Так, а вот тут внутренний двор, да, вот вы видите, там вот под небом. Там гараж, очевидно, вот дверь, это гараж. Да, наверное, та дверь в гараж, да, из гаража. Ну, очень непонятный флорплан какой-то, значит, странный. Ну, тем не менее, значит, спальня одна, спальня другая. Спальня третья. Так, спальня третья, да, тоже, видите, спальня с выходом вот туда. Может так, проснулся, пошел. Чайку попил на улице. It's not a full room, but you can use it as an office. Так. Вот тоже туалет. Очень симпатичный, милый. Безусловно, вот эта часть достаточно новая. А вот та часть достаточно старая. Там. Вот с этой плиточкой. Не знаю, хорошо ли вам видно. Да, это давно так делали. Да, это вид из кухни. Вид из кухни, под кухня. Сейчас мы пойдем поднимемся на второй этаж. Тут есть немножко второго этажа. Много нет. А немножко есть. Так, сначала шкаф. Шкаф, просто шкаф. Ничего особенного. Вот это старые окна, видите, алюминиевые. Так вот раньше делали. Не поменяли они эти окна. Ага. Ну вот, собственно, здесь это называется лофт. А, ну, такое место, да. Тут можно поболтать. Но это все открыто. Вот туда вниз. И вот Светлана там внизу. Наверное, мы уже исчерпали как бы возможности этого строения, так что я спускаюсь вниз. И вот я хочу показать вам окрестности, тоже здесь такие интересные кубышечные такие конструкции тоже присутствуют. Ну, там какие-то комьюнити. А это отдельно стоящий дом, где мы сейчас были. И это вот такой у него нейборхуд.
Мы спрятались, друзья, от дождя да. в автомобиль. Свет, выскажись по поводу дома. Смотри, там есть вещи, которые мне нравятся, и которые мне не нравятся. Мне нравится, например, что заходишь, и там всюду много света, и высокий потолок, и все замечательно. А потом, затем идет лофт, да. и эти бимы идут очень низко. Бимы – это балки. Да. да, они идут очень низко, прям лежат на голове. И получается сразу темно и несимпатично. Мне нравится на кухне тоже все очень много стекла, и очень красиво на кухне. Вот. А дальше сама планировка дома очень странная. То есть вместо того, чтобы эти спальни каким-то образом придвинуть к стенке там гаража, как-то дверь гаража перенести, ну, как-то по-другому. Там планировка вся несуразная очень. Потому что получается, что тебе для того, чтобы тебе с гаража, например, ты приехал в гараж занести что-то в дом, тебе нужно выйти из гаража, пройти через улицу, зайти в ливинг-рум, через боковую дверь и отнести все на кухню. Ну, то есть это. Ну, скажем так, положение гаража странное. Положение гаража странное, и очень много места теряется вот на этот внутренний дворик, который в данном случае он не является украшением дома, а он является функциональной необходимостью для того, чтобы в комнату попадал свет. И он съедает место, и, в общем, ну, неважный флорплан. То есть ты считаешь, что это неудобное для жизни место? Я считаю, что это неудобное место. Сколько они хотят за него? 1 400 000. Понятно, да. То есть они не так много и хотят, но, в общем, относительно других домов, нет, где мы сегодня были. 1 300 000. У нас тут не записано. 1 400 000, по-моему. Ну, они немного хотят, но, в принципе, там, кроме вот этой ливинг-рум, в который ты сразу попадаешь с улицы, да. больше никакого места нет. Друзья, представьте себе, за что отдаешь 1,5 миллиона. Да, да, да. Ну, сэ ля ви, такова жизнь, никуда не денешься. Да.